главных новостях этого дня. В эфире подробности. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Смертельный ботулизм. В Одессе от инфекции умер мужчина. Когда медицина начнет помогать? Вход через балкон. Как и почему мэр Николаева бежал от полиции? Полицейские хищения. Что искала генпрокуратура в здании нацполиции Киевской области и в чем подозревают сотрудников? Четвертая смерть от ботулизма в Украине. В больнице Одессы скончался мужчина. Вспышки смертельного заболевания уже зафиксированы в Киевской, Херсонской, Запорожской, а также Полтавской, Сумской и Винницкой областях. Где и как пытаются противостоять ботулизму, выясняли наши корреспонденты. Увага! В місті Запоріжжі зареєстровані випадки захворювання на ботулізм. Будьте уважними у виборі продуктів харчування, особливо у літній період. Такие объявления на запорожских рынках звучат каждый час. Люди напоминают об опасности заражения ботулизмом. С начала года в Запорожской области уже 9 пострадавших, и все ели вяленую рыбу. Хочется отметить, если в прошлом году мы, к сожалению, имели летальные случаи от этой инфекции, то в этом году пока этого нет. И хотя количество заболевших растет, специальные комиссии только вчера начали прочесывать городские рынки. Рыбы речной и вяленой без документов на рынках нет. За рынками, да, имеется. Но мы там повлиять на сегодняшний день никак не можем. Это работа полиции. Стихийная торговля. Но если на рынках вяленую рыбу сейчас найти сложно, в магазинах прилавки завалены. И все, что могут проверяющие, по их словам, это удостовериться, в порядке ли документы на нее. Сегодня, исходя из всех ограничений в законодательном плане, ответственность и за качество, и за безопасность продукции возлагается на изготовителя и субъекта реализации. Тем временем в Одессе в инфекционной больнице от ботулизма умер пациент. Мужчина тоже ел вяленую рыбу. Медики говорят, сыворотку ему ввели. В Одесской области с прошлых лет остался небольшой запас препарата. Однако это не спасло больному жизнь. Пациент обратился на 5-й день болезни. Жалобы у него были, первые жалобы, которые у него появились, по поводу чего он обратился, это нарушение зрения. Это симптом, который типичен для ботулизма. А в Запорожье под наблюдением медиков остаются еще трое женщин, у которых тоже диагностирован ботулизм. Сыворотку им ввели, ее достали и привезли родные заболевших. Тем временем Госпродпотребслужба обнародовала первые результаты исследований, проведенных в Кропивницком, на предприятии, где вялили ту самую опасную рыбу. Ее, как оказалось, закупали, не требуя никаких документов о качестве и безопасности. Да и поставщик готовой продукции не соблюдал температурный режим при транспортировке. Сергей Бордюжа, Андрей Настасов, Елена Брынза. Подробности, телеканал Интер. Как и в Запорожье, в Киеве, где было 4 случая заболевания, на прилавках вяленая рыба на любой вкус. Вот на ваших экранах ассортимент одного из обычных магазинов столицы. Вопреки торговому запрету, который ввели на прошлой неделе. Что же получается? Как выполняется запрет, никто не проверяет и не контролирует, товар никто не изымает. У врачей сыворотки нет, а силовики не задерживают ни поставщиков, ни реализаторов. Во всяком случае, о каких-либо следственных действиях полиция не сообщала. Ну вот глава нацполиции получил за май надбавок больше 64 тысяч гривен за особые условия работы. Таковы данные одного из интернет-изданий. Журналисты подсчитали, что всего в прошлом месяце Сергей Князев заработал более 104 тысяч гривен. 40 тысяч оклад, остальное доплата за стаж, работу эксперта по вопросам тайн, за кандидатскую степень и специфические условия службы. А сегодня Князев был в командировке, представлял в Ривно нового главу областной полиции. Им стал Валерий Самчук, который до сих пор возглавлял штаб по борьбе с нелегальной добычей янтаря. Его предшественник Валерий Присяжнюк руководил Ривненской полицией всего полгода. А теперь переведем в столичный главк. На церемонии представления нового начальника были нардепы из Народного фронта и Радикальной партии. Но Сергей Князев категорически отрицает, что на его решение влияли политики. Кто на меня может давить, скажите? Мне даже не интересно, кто мне что-то тут шептать начнет, записочки передавать, звонить по телефону, совать своего кандидата. Это бред в прошлом.
Ивановской области скандал в региональном управлении нацполиции. Здесь на мертвых душ списали 1 000 000 гривен. Сегодня Генпрокуратура провела обыски в домах и кабинетах бухгалтеров управления. Обвиняют их в краже денег, которые выделили на зарплаты сотрудников в период с 2015 по 2016 годы. Следователи выяснили, чиновники перечисляли средства на банковские счета подставных лиц и несуществующих людей. В ГПУ уверяют, все подтверждающие это документы нашли, но больше никаких деталей. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 12 лет тюрьмы. Нацполиция Киевской области от каких-либо комментариев отказываются. Отметились в кавычках и столичные правоохранители. Прокуратура поймала майора столичной полиции на горячем. Ему как раз передали 285 тысяч гривен. Сотрудник отдела по борьбе с незаконной миграцией требовал от директора общественной организации 15 тысяч долларов. Взамен обещал закрыть уголовное производство о служебном подлоге и не мешать дальше работать. Задержали полицейского в машине возле парка Феофания. Ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. А в Николаеве от полицейских пытался скрыться мэр. Это буквально детективная история с побегом чиновника и последующей явкой. Столичные правоохранители приехали из Киева, чтобы вручить Александру Сенкевичу подозрение в коррупции. Но градоначальник улизнул через балкон в здание исполкома. Детали у Кирилла Ющишина. Сразу трое сотрудников Департамента защиты экономики нацполиции прибыли в приемную городского головы сегодня утром. Там их встретили помощники мэра. Дальше не пустили. Сначала просто перекрыли вход в кабинет, а затем заперли двери на ключ. Он вас примет в 4 часа. Он мэр. У него, извините, пожалуйста, у него график. Дай ключи. Пока в приемной продолжалась неразбериха, Сенкевич вышел на балкон и залез в окно соседнего кабинета. Об этом нам рассказали сотрудники мэрии. Дальше градоначальник покинул здание исполкома, а в коридорах появилось шуточное объявление о розыске Сенкевича. Но в 4 часа вечера, как и обещал, мэр вернулся и встретился с полицейскими. Перед камерами принял протокол. Суть претензий заключается в том, что после избрания на должность городского головы Сенкевич на первой сессии горсовета проголосовал за утверждение своего оклада, хотя делать этого не имел права. Теперь должен заплатить штраф. Винен в вчиненні корупційних дій себе не вважає. По мнению мэра Николаева, протокол – это попытка оказать на него политическое давление со стороны оппонентов. Все то, что происходит в последнее время, называю не более чем просто травлей и как бы тем, что мешает человеку работать, мешает городскому голове заниматься своими обязанностями, управлять городом. Я должен заниматься и отмахиваться от мух, вместо того, чтобы заниматься реально управлением городом. Если обвинения пустяковые и мэр уверен в своей правоте, зачем убегать? Да еще и через окно. Сенкевич комментировать отказался. Я не буду скрывать то, что я не выходил из кабинета через свою парадную дверь, которая у меня есть здесь. Да, давайте поставим так. Дальше делом о коррупционных действиях мэра будет заниматься суд. И уже там сам Сенкевич и правоохранители будут отстаивать свои позиции. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер, Николаев. Экс-министра доходов и сборов Украины подозревают в нанесении ущерба государству на сумму 96 миллиардов гривен. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиус. Он подтвердил информацию, что Александру Клименко, который находится в бегах, официально сообщили о подозрении. Обвиняют его, в частности, в создании преступной организации. И обвинения в адрес Клименко абсолютно обоснованы, утверждает прокурор. Боевики за сутки 14 раз обстреляли позиции ВСУ. Никто из украинских военных не пострадал. Бьет противник и по населенным пунктам. В этот раз вражеская артиллерия обстреляла церковь в селе Пески. Подробнее Ирина Баглай. Три прямых попадания из вражеского танка, и на церкви в селе Пески не осталось живого места. Нет куполов, выбита стена, но пошатнуть веру наших солдат боевикам так и не удалось. Звониться, что стоит, то и церковь еще функционирует. Если там шахтари из Бурятии, то им все одно, что церковь, что будинок, что там, я не знаю, стайня какая-то. Им главное знищити
то вони хочуть установити, напевно, такий свій русский мир, щоб нічого не сталося, лишилася голая земля. На горизонте хорошо видны жилые многоэтажки окраины Донецка. Их крыши – точки наблюдения корректировщиков огня российских наемников, показывают наши военные. Огневые позиции боевиков практически неизменны с 2014 года, как и маршруты отстрелявшихся танков назад в захваченный город. 5 числа он высунулся из района Близнецов и отработал 8 снарядов по нам. Потом он развертается и идет назад за Близнецы. То есть там есть помещения, ну, то есть и ангары, то есть они там переховывают технику. 3 года боевики уничтожают село, но, несмотря на это, в церкви еще недавно проводили службы. Был и алтарь, украинские солдаты оборудовали. Теперь там груда кирпичей. Приезжали священники и забрали присыпанные образом и видали на иншей церкви. Прячутся боевики в поселке Жабыньки в подвалах среди руин домов. Обозначили себя флагом Советского Союза и пытаются прорываться к украинским позициям, но безуспешно. Деколи просуваются от правейшие в поле, допустим, там рыют окопы, но мы, в принципе, им заважаем это делать. Это мои родители тут жили. Видите, вот. Красота. За воротами, изрешеченными осколками, неожиданная для этого места красота. Светлана Николаевна с мужем в песках живут, как на острове. Не жалуются на жизнь, помнят ад 2014-15 годов. Выживают благодаря огороду. Клубничку в этом году посадили, та пропала, вот видите, тут уже. Там воронка большая была, и это все, и ворота, и все у нас там сломало. Это от града. Этим летом у хозяев неожиданная радость. В ульях снова услышали гул пчел. Бои, выстрелы, и все, бах, и бах, и это страшно, аж эти лампочки из потолка вылазят. Вот, и пчелы погибли. Вот. А вот потом, ну, где-то же сохранились, и вот на днях вот прилетел к нам рой. Село Призрак с сумерками превращается в поле боя, но здесь до сих пор живут 12 человек, почти все пенсионеры. Они смотрели войне в лицо и все же не теряют надежду снова увидеть мир. Ирина Баглай, Андрей Костюк, подробности, телеканал Интер из Донецкой области. В результате боевых действий на Донбассе более 200 медиков пострадали, 38 погибли. Об этом заявил президент во время поездки в зону АТО. Петр Порошенко отметил, что сейчас в горячих точках на добровольных началах находится больше 3500 врачей. Многие из них получили государственные награды. Від початку військової агресії проти нашої держави медичну допомогу в лікувальних закладах Міноборони отримали. Уявіть собі, більше 10 тисяч українських воїнів, 86 тисячам учасників бойових дій ви забезпечили фахову діагностику. І я хочу, дорогі друзі, зараз, в цей день, особливо відзначити колектив військово-медичного клінічного центру Західного регіону та 66-й військово-мобільний шпиталь. Петр Порошенко и Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне на следующей неделе. Информацию о готовящейся встрече подробностям подтвердили источники в американских и украинских дипломатических кругах. Впрочем, уточнили, график предварительный, но ориентировочно президент Украины проведет в США 3 дня и переговорит с Трампом тет-а-тет. В то же время для Конгресса разговор Трамп-Порошенко показателен. Джон Маккейн и 5 его коллег по Сенату призывали главу Белого дома встретиться с украинским президентом раньше, чем с Путиным. Призыв Конгресса, с которым у Трампа непростые отношения, был услышан. А сегодня в США атаковали конгрессменов от республиканской партии. Ранения получили 6 человек. Это один из лидеров партии Стив Скалис, 2 помощника конгрессмена, 2 полицейских и сам нападавший. Он позже скончался в больнице. Стрельба произошла под Вашингтоном во время тренировки политиков перед матчем по бейсболу между демократами и республиканцами. Нападавший стрелял из винтовки. Очевидцы слышали от 50 до 100 выстрелов. О его мотивах пока ничего не сообщают, но известно, что мужчина был убежденным демократом. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Возьми и сделай, как Гройсман советовал садовому мусорные проблемы решать. Пожар в Лондоне, почему загорелась многоэтажка и чем обернулась трагедия. Ураган имени Трампа, что предлагают евродепутаты в ответ на выход США из климатического соглашения.
12 погибших, 74 раненых. И это только предварительные данные о жертвах жуткого пожара в Лондоне. Многоэтажка загорелась вчера ночью. Погасить огонь не могут до сих пор. Оксана Кундеренко побывала на месте трагедии. В час ночи на экстренные службы обрушилась лавина вызовов. Многоэтажки на востоке Лондона, сильнейший пожар. Загорелась, по словам очевидцев, квартира на четвертом этаже. Пламя молниеносно охватило здание. Уходите, убегайте, не тратьте время на звонки в полицию, нас уже оповестили. С просонок люди в пижамах и тапочках выбегали на улицу. В доме 24 этажа, 140 квартир, почти 600 жильцов. Те, кто не мог вырваться из огненного плена, махали из окон или в отчаянии выпрыгивали. Они выбрасывали детей из окон, орали «Спасите моих детей! Спасите детей!» А полиция и пожарные ничего не могли сделать, не могли попасть внутрь и просто говорили «Оставайтесь на месте, мы вас заберем!» Но становилось все хуже и хуже очень быстро. Пожарные бригады прибыли на место трагедии за 6 минут, около 200 человек, и начали работать как снаружи, так и внутри. Среди них тоже есть раненые. Не все шланги доставали до верхних этажей, и позже пришло подтверждение, без жертв не обошлось. Есть пропавшие без вести, среди которых дети, поэтому количество погибших наверняка возрастет. С огромным сочувствием я должен подтвердить, что как минимум 12 человек погибли. Скорые забрали в больницу 74 пострадавших, больше 20 из которых сейчас в критическом состоянии. Количество жертв будет расти, судьба многих неизвестна. Гренфелл Тауэр, так называется эта высотка, горит до сих пор. Из окон валит густой дым, очаги возгорания пытаются локализировать, заливают водой. Внутри все еще работают спасатели, ищут людей. Под вопросом стабильность конструкции, но уже сейчас понятно, что жители вряд ли скоро сюда вернутся, если вернутся вообще. В доме всего год назад провели дорогостоящий ремонт и заменили обшивку. Сейчас предполагают, что огонь распространился по фасаду именно из-за нее. По словам жителей, они давно жаловались за несоблюдение правил пожарной безопасности. Но это только версии. Официально причины пожара не установлены. Мы должны расселить и предоставить временное убежище семьям, которым пришлось покинуть свой дом, и их соседям, которых эвакуировали. Но остается много вопросов. Мы опасаемся за жизнь жителей всех многоквартирных домов. Люди без крыши над головой, без вещей, сидят на тротуарах. Многих выселили из соседних зданий. Идти некуда. На месте пожара работают парамедики, полиция, следователи. Им предстоит ответить на множество неприятных вопросов и найти ответственных за это ЧП. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Оксана Кундеренко сейчас на прямой связи со студией. Оксана, здравствуй. Расскажи, что сейчас происходит на месте трагедии? Добрый вечер, Катя. В очередной раз Лондон в состоянии шока и скорби. То, что мы видели сегодня на месте происшествия, впечатляет. Растерянные, плачущие погорельцы ищут пропавших родственников. Некоторым уже сообщили плохие новости. Но стоит отметить и положительную сторону. Огромное количество неравнодушных граждан, волонтеров отпрашиваются с работы, несут в импровизированные центры помощи еду, воду, вещи первой необходимости возле местных церквей выстраиваются очереди из желающих помочь. Подруга моей дочери пропала без вести. Я принесла немного одежды, еды, подгузников, то, что нужно детям. Что поражает и нельзя передать на видео, это запах гари, который распространился на несколько кварталов вокруг. На наших глазах обваливались куски здания, ветер разносил обломки. Внутри все еще работают пожарные, они почти все здание обыскали, но кое-какие очаги до сих пор тлеют. На дороге лежат бумаги, чья-то домашняя работа по математике, книги. Масштабы трагедии еще предстоит установить, но это горе, в который раз объединяет лондонцев в трудную минуту. Киев. Оксана, спасибо тебе за детали. Это была Оксана Кундеренко из Лондона. Оборонный сектор Украины в частные руки. С таким предложением выступает секретарь СНБО Александр Турчинов. Об этом он сегодня заявил одному из украинских изданий. По мнению Турчинова, военно-промышленный комплекс нуждается в крупных финансовых инвестициях. Секретарь СНБО просит Верховную Раду дать возможность привлечь в оборонку деньги западных партнеров.
Уже на ближайших заседаниях Верховной Рады депутаты могут рассмотреть законопроект об отмене моратория на продажу земли. Этого требует от Украины МВФ. Оппозиционный блок категорически против, заявил лидер фракции Юрий Бойко. Сегодня он встретился с аграриями Николаевской области. Фермеры также высказали свои опасения, дескать, если землей начнут торговать крупные игроки, то средние и мелкие предприниматели вынуждены будут уйти с рынка. А это значит сокращение рабочих мест и убытки для местных бюджетов. Бойко провел параллель между отменой моратория и прошлогодним решением власти о переводе всех фермеров на общую систему налогообложения. В результате налоги для мелких аграриев выросли в несколько раз. Сегодняшняя ситуация, когда обесценилась национальная валюта, когда могут прийти крупные агрохолдинги и просто скупить паи, то люди просто лишатся работы. А если фермер лишается работы, а их 100 тысяч по стране, то сразу умирают села, где они живут, поскольку фермеры дают рабочие места. Крупные агрохолдинги рабочие места в стране не дают. Поэтому мы категорически против сегодняшней ситуации открывать рынок земли в условиях обесценивания национальной валюты. Планов громадье. В Кабмине решили кардинально изменить систему планирования госфинансов. Назвали это бюджетной концепцией на среднесрочную перспективу. Об этом и не только в материале Ирины Романовой. Отныне у правительства новый подход к планированию бюджета. Прогнозы теперь будут строить не на год, а на три, рассказывает премьер. Уже к 2020-му Кабмин ожидает до 5% роста экономики. Настолько же должна снизиться инфляция и на 2% дефицит бюджета. В приоритете останутся децентрализация, ремонт дорог, поддержка аграриев и повышение соцстандартов. Мы прогнозуем уже в цьому році, що середня заробітна плата буде біля 7 тисяч гривень. А в середньостроковій перспективі середня заробітна плата в країні має бути не менше 10 тисяч гривень. В процесі бюджетному 2018 року ми будемо ще раз акцентовано займати заробітну плату і вчителів, і лікарів, і представників культури, і соціальної сфери. Среднесрочную бюджетную концепцию утвердили и в ближайшие дни пообещали передать в парламент. Пока же решили более предметно остановиться на ремонте дорог. В Мининфраструктуры говорят, из-за ям и дыр гибнут люди, а казна теряет миллиарды. Поэтому Владимир Амелян просит денег. На кольцевые развязки и пешеходные переходы нужны миллиарды. Причем сразу на 3 года вперед. Мы ожидаем, что в 2018 году мы спрямуем 1,6 миллиарда гривень. У 2019 році 2,5 мільярда, у 2020 щонайменше 3,5 мільярда гривень. Ми можемо і повинні до 2020 року мінімум на 50% скоротити смертність на українських автошляхах. Ударить стройкой по бездорожью министр пока только обещает. Но как были потрачены деньги, выделенные ранее, не уточняет. Зато от главы «Укрзалізниці» требует отчитаться уже сейчас, причем до копейки. Де прозорість компанії? Що робиться з корупцією? Зараз ми чекаємо звіту. Він мав бути минулої середи, найпізніше. Тепер ми розуміємо, що сьогоднішнього порядку денного його немає. Контракт припинився 5 червня, тому, відповідно, навіть перебування його на цій посаді, воно вже, скажімо так, з юридичної точки зору дуже цікаве. По словам Амеляна, менеджмент «Укрзалізниці» надо менять. И аргументы премьеру он привел. От железнодорожной темы министры перешли к мусорной. Вивесений у Львові є банер, що президент і прем'єр повинні відповідно зняти проблему надзвичайної екологічної ситуації. Андрій Садовий, мер 11 років. За 11 років він міг побудувати вже 15 таких сміттєзвалищ і переробних заводів. Я один раз поміг, там, другий раз поміг, третій раз поміг. Мені вже люди відмовляють, бо вони не хочуть, щоб на їхню територію безкінечно возили сміття. І, Андрій, ти ж знаєш про це. Ту землю дали, вона тобі не підходить. Гроші на рахунках в тебе є. Проектну документацію тобі погодили. З французами я домовився. Що ще я маю зробити, щоб ти навів порядок в своєму місті? Вибач, будь ласка, але трошки не копичилось. Садового, к которому обращався прем'єр, в залі сьогодні не було. На засідання його не приглашали. Ірина Романова, Іван Єрмаков, подробності, телеканал «Інтер». Залог почти в 500 000 гривен или арест на 2 месяца. Во Львове Галицкий райсуд избрал меру пресечения Юрию Грибану, директору компании, которая занималась вывозом мусора из города.
Подозревают, что он пытался присвоить 9 миллионов бюджетных гривен. Грибан подписывал договоры с фирмами из Днепра и Киева, которые якобы соглашались принять на своих полигонах отходы из Львова. Но, как выяснили в прокуратуре, предприятия были фиктивные, а подчиненные Грибана вывозили мусор из города и сбрасывали его на обочинах дорог и в лесопосадках. Подозреваемый успел разбогатеть на 600 тысяч гривен, а мог и на все 9 миллионов. Однак, в зв'язку з тим, що правоохоронними органами було припинено діяльність даної особи, відповідно, вони фізично не були перераховані на рахунки підприємства, яке очолює підозрюваний. Ніяких коштів я не отримав ні від кого. Ні 600 тисяч, ні 9 мільйонів. 600 тисяч – це власні кошти підприємства, які були перераховані. Товариство, з яким я уклав договір на здійснення послуг сортування та утилізації відходів. Следователи столичной прокуратуры и СБУ задержали директора украинско-немецкой оружейной компании. Подозревают его в торговле оружием. Об этом сообщил зампрокурора Киева Андрей Андреев на своей странице в Фейсбуке. Бизнесмен пытался продать пистолеты Макаров, ТТ и Шмайсер. Цена, которую назначил за арсенал, порядка 66 тысяч гривен. Компания имеет лицензию на переработку огнестрельного оружия в травматическое. Задержанный пытался продать как раз боевые пистолеты. Теперь ему грозит срок до 7 лет. Проводились негласні слідчі дії, і це вже другий продаж, який ми зафіксували. Тобто у нього буде інкриміновано йому ще додатково те, що це неодноразові, скажімо, оборудки його з зброї. Йому оголошено про підозру, він затриманий. Заплати, чтобы не платить. Такую схему придумали чиновники из Укрзалезницы. Сегодня СБУ вместе с Генпрокуратурой на своей странице в Фейсбуке сообщили о задержании руководства филиала «Энергосбыт» дочки Укрзалезницы. Чиновники в документации занижали объемы электроэнергии, использованной своими клиентами. За это те отстегивали лично менеджерам «Энергосбыта» определенную сумму. А на счета компании поступала только треть платежей. Во время обыска в офисах «Энергосбыта» и в домах подозреваемых сотрудники СБУ и прокуратуры нашли документы, которые, цитирую, подтверждают устоявшуюся систему получения взяток в Укрзалезнице. У одного из горе-подследственных обнаружили почти миллион гривен и черную бухгалтерию. Правоохранители пообещали, что «Энергосбыт» ожидает тщательная финансовая проверка. Продолжение скандала с захватом Госслужбы геологии и недр. Гражданские активисты требуют от правительства немедленно отменить назначение в руководство службы одиозных чиновников-коррупционеров Олега Кирилюка и Николая Фащия. Кто стоит за скандальным назначением и при чем здесь янтарная мафия? Смотрите в сюжете. 25 мая этого года. Госслужба геологии и недр Украины. В 6 утра неизвестные молодчики врываются на территорию здания, выламывают двери в кабинет руководителя, а вход блокируют. Було захоплення, майже рейдерське захоплення Держгеонадр напіврежимного об'єкту. Деякі невідомі особи на чолі з паном Олегом Кирилюком зайшли через чорний хід до Держгеонадр. Це було 6:44 ранку. Потім стало зрозуміло, що вони зламали двері до кабінету керівництва Держгеонадр. Вони намагалися зламати сейф. Олег Кирилюк – бывший чиновник из Житомира. Еще с прошлого года активно пытался получить место в Госслужбе геологии и недр. В прошлом октябре прошел конкурс на должность зама, однако результаты отменил суд, назвав их незаконными. Очередной конкурс должен был состояться 23 мая. Однако за 5 дней временно исполняющим обязанности главы Госслужбы геонедр Кирилюка назначает Кабмин. Это решение правительства, как незаконное, сразу же заблокировал суд. Вместе с Кирилюком назначают и первого зама Николая Фащия, бывший гендиректор предприятия «Южукргеология». Фигурант уголовных дел за невыплату зарплаты. Свой криминальный шлейф даже не скрывает. Криминальные справы, которые были порушены против меня, это последним часом только по 175-й части 1-й за несвоечасную выплату зарплаты. Два раза было за последние годы, 175-й, инициаторами были работники. Олег Кирилюк – участник многих скандалов в Житомире, где он возглавлял архитектурно-строительную инспекцию. В сентябре прошлого года активно лоббировал строительство супермаркета крупной сети в историческом центре города. Тогда на протестовавших жителей города напали тетушки. Вызывайте милицию! Мы в конце концов!
У всіх наших акціях протесту, всіх спробах протидіяти цьому будівництву з'являвся саме Олег Попов. Разом з тітушками вони нам протидіяли активно, фізично чинили опір і блокували просто допуск до самого приміщення архітектури місцевої. Олег Попов – личный юрист Кирилюка. Он же руководил неизвестными молодчиками и во время захвата госслужбы «Геонедр». Почему скандальных чиновников со шлейфом коррупционных и криминальных скандалов так активно продвигают в руководство одной из стратегически важных государственных служб? По тим діям, які зараз відбуваються, видно, що хтось дуже хоче саме цих людей поставити саме на ці посади. Надра – це завжди гроші і великі гроші. Можливо, це пов'язано з тим, що хтось хоче собі, так би мовити, певні ласі шмотки наших надр приватизувати. Комусь в кабінеті міністрів це цікаво. Активісти уверені, за скандальним назначенням лично стоїть міністр екології Остап Семерак, давній бізнес-партнер Олега Кирилюка. В прошлом году міністр уже став учасником громкого скандала, когда журналісти узнали о покупке їм квартири в елітном домі в центрі столиці стоїмістю 650 тисяч доларів при годовій зарплаті 300 тисяч гривень. Многие журналісти тоді обвиняли Семерака в кришуванні янтарної мафії. Активісти уверены, именно с этим може бути связано скандальне назначення житомирського чиновника в руководство служби, которая выдает разрешение на добычу. Житомирська область, всі ми знаємо, у нас просто знищено полісся через незаконний видобуток бурштину. І зв'язок криміналітету до цього, він очевидний. Саме призначення таких осіб, він дискредитує взагалі Україну в цілому. Запрос о том, собираются ли скандальные чиновники в отставку, мы отправили в Госслужбу геологии и недр. Однако там его решили оставить без ответа. Активисты требуют от правительства немедленно отменить скандальное назначение Кирилюка и Фащия, а от правоохранителей возбудить дело из-за захвата режимного объекта. Если этого не сделают, обещают в ближайшее время пикеты и акции протеста. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер. 60% украинцев за последний год стали беднее и не могут оплачивать коммунальные счета. Таковы результаты ежегодного исследования социологической группы «Рейтинг». Среди 2000 опрошенных большинство главной причиной бедности называют коррупцию и военные действия на Востоке. Также в опросе респондентам предложили ответить на вопрос, в каком состоянии сейчас находится Украина. Более 80% согласились с определением «хаос» и около 20% считают, что страна находится в состоянии развития. А пока украинцы пытаются выжить в этом состоянии развития, нардепы от Народного фронта считают первоочередным контролировать соблюдение языкового законодательства. Они подали в парламент законопроект, который предусматривает создание новой структуры Нацкомиссии по стандартам госязыка и новой должности уполномоченного по защите госязыка. Зарплата у этого чиновника будет министерская и 27 инспекторов подчинении. Они должны получить доступ и к секретным документам, и в госучреждения, и на предприятия, даже частные, чтобы следить, как соблюдается языковое законодательство. К слову, даже употребление украинского с ошибкой будет считаться нарушением закона, а более серьезные приравниваться к попытке свергнуть конституционный строй. Штрафы зашкаливают. Для чиновников до 300 необлагаемых минимумов, а для СМИ вдвое выше. Кроме того, авторы закона предлагают ввести экзамен на знание украинского для всех поголовно. От президента до воспитателя детсада и полицейского. Румыны против квот. Представители румынской общины обратились к президенту Верховной Рады с требованием отменить языковые квоты на телевидении, радио и в печатных СМИ. Текст документа размещен на сайте издания «Заря Буковины». Обращение подписали журналисты румыноязычных газет. Квоту в 75% украинского языка они называют шагом к сворачиванию демократии в Украине и серьезным ограничением прав нацменьшинств. Из-за этого только в Черновицкой области могут исчезнуть сразу 4 газеты, которые выходят на румынском языке. Мы просто вымагаем то, чтобы Конституция Украины была выполнена. Завтра может кто-то прийти и вымагать, чтобы я, скажем, выдавал газету половину її, чи четверть цієї газети українською мовою. Можна видавати газету окремо українською мовою. Ми будемо далі писати в Євросоюзі, хай, і будемо подавати Україну в суд.
В Сумской области пронесся ураган. Пока известно об одной погибшей женщине в селе Степановка. На нее упало поваленное шквальным ветром дерево. Пострадавшую увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и тяжелыми переломами. Спасти ее не удалось. Ураган с ливнем обрушился и на Суммы. Убытки еще подсчитывают, они немалые, хотя стихия бушевала всего 15 минут. Многие дома остались без кровли, выбиты стекла, повалены десятки билбордов и электроопор. Коли почався буревій на сусідній вулиці, ми бачили, як впав стовп з електромережею та впало дерево. Потім сусіди повідомили про те, що з нашого будинку злетів дах. На сьогоднішній день в нас відкрито 70 метрів квадратних даху зверху. Натягли плівку. Как ЕС должен реагировать на отказ Трампа участвовать в климатическом соглашении, мы расскажем после короткой рекламы. Київстар вітає Україну з безвізом та дарує бонусний роумінг для спілкування з близькими. Замовляйте 477-106. Кітюня! Життя з алергією сповнено монстрів. Ельцет від алергії. Одна таблетка на добу для дорослих. Ельцет – ефективний засіб від алергії. Ти мій маленький монстрик. Макіяж знову не ідеальний. Твоя шкіра не була підготовлена. Спробуй крем основи під макіяж Нівея Мейкап Експерт. Його легка текстура поглинається за хвилину. Тепер твоя шкіра готова до ідеального макіяжу. Нівея Мейкап Експерт – основа ідеального макіяжу. Використовуй засіб для зняття макіяжу з очей від Мейкап Експерт. Я вам так скажу, в аптеці очі розбігаються і порадять багато. Та мій перший вибір, коли ломить суглоби, це завжди жовтий крем Долгіт. Долгіт – єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Слухай, а в тебе бува від гарячого або холодного такий біль у зубах, пронизливий жах. Я мала такі ж проблеми. Купила Лакалу Сенситив. Для кращого результату спробуйте комплекс Лакалу Сенситив вранці та ввечері. Болить голова, комбіспазм. Комбіспазм має подвійну дію. Одна складова усуває біль, а друга має спазмолітичний ефект. Комбіспазм. Викресли біль та спазм зі свого життя. Пересмотреть условия импорта из США, ни в коем случае не менять климатическое соглашение, а еще назвать следующий ураган именем Трампа. С такими идеями выступили сегодня евродепутаты во время дебатов о том, как ЕС должен реагировать на отказ Трампа участвовать в климатическом соглашении. Подробности знает Елена Абрамович. Дискуссия о том, как остановить климатические изменения, евродепутаты начали с выступления президента Маршалловых островов. Государство в Тихом океане, которое одним из первых пострадает от изменения климата. Архипелаг в ближайшее время может или остаться под водой, или без питьевой воды. Мы все чувствительны к климатическим изменениям, но Маршалловые острова первые под прицелом. Наводнения и засухи стали все более частыми. Мы находимся на высоте всего 2 метров над уровнем моря. Нам некуда убегать. Климатические беженцы – большая проблема, которую Евросоюзу придется решать довольно скоро. Уже к 2050 году, заметил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, от засухи и голода люди будут массово бежать из Африки, Азии в Европу. Жаль, что Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения, но это не означает, что ему конец. Я уверен, нас это еще больше объединит и прибавит целеустремленности. ЕС не будет пересматривать соглашение. 29 статей пора выполнять. Документ обязывает государство уменьшить выбросы в атмосферу. При этом на добровольной основе, подчеркнули евродепутаты и заметили, что президент Америки, очевидно, не понимает сути соглашения, если говорит об ущербе для экономики. Ведь главный принцип – это переход на энергоэффективное производство. Даже такие американские компании, как Exxon, заявили, что для них это шанс улучшить показатели за счет модернизации. Дональд Трамп принял решение против воли граждан. Он не создаст ни единого рабочего места таким образом. Интересно спросить, откуда он получает информацию? Может, нам стоит следующий природный катаклизм назвать ураганом Дональдом? Ведь это будет на его ответственности.
В ЕС переживают из-за решения Трампа не только потому, что Америка огромная страна и производит много выбросов в атмосферу. Важно и то, что Вашингтон задает тон мировой политике. Так было с Киотским протоколом. Впрочем, в Евросоюзе не намерены повторять ошибок. Парижское климатическое соглашение подписали большинство стран. Елена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Почему мастер ужасов Стивен Кинг больше не может читать твиты Трампа и какой приговор вынесли мужчине, который хотел спрятаться в тюрьме от своей жены? Об этом в нашем международном обзоре. Сингапурский аэропорт признан лучшим в мире. Согласно исследованиям авторитетной компании AirHelp, Чанги занял первое место среди 76 претендентов благодаря невероятным композициям. Это и кинетический дождь из капель, который образует различные фигуры, и бассейн, и даже искусственный водопад, а еще сад с бабочками и кинотеатр. В следующем году в аэропорту появится лабиринт из растений и искусственные облака. Американец ограбил банк, чтобы спрятаться в тюрьме от жены. 70-летний Лоуренс Риппл пришел в банк, достал пистолет и потребовал у кассира наличные. После того, как ему отдали почти $3000, мужчина уселся в вестибюле и дождался полиции. Оказалось, у Риппла была депрессия. Из-за этого суд приговорил его к 6 месяцам домашнего ареста. Король ужасов Стивен Кинг больше не сможет читать твиты Дональда Трампа. Американский президент внес его в черный список у себя в микроблоге. Об этом культовый писатель сообщил в своем аккаунте и даже пошутил, что задумался о суициде. По словам Стивена Кинга, блокировка вызвана тем, что он постоянно критикует президента. Ранее Кинг писал, что ситуация, когда Трамп держит палец на ядерной кнопке, хуже любой из его историй ужасов. Французский пилот Бруно Вицоли пересек Ла-Манш на необыкновенном летающем автомобиле с красноречивым названием «Пегас». Уникальный летательный аппарат с пропеллером и парашютом. Это гибрид багги и параплана. Машина стартовала со взлетно-посадочной полосы неподалеку от французского города Кале. Преодолев 60 километров, пилот приземлился в Англии. Полет проходил на высоте почти 3000 метров со скоростью 70 км в час. Премьер-министром консервативной Ирландии стал Гей, 38-летний Лео Вараткар, сын индийского иммигранта. Он самый молодой премьер и первый глава правительства в истории этой католической страны, который открыто признался в нетрадиционной ориентации. Его коллеги уверяют, именно Вараткар олицетворяет современную и разнообразную Ирландию. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра.